Ну что, Никитич, с Новым годом! Давай еще по одной, что ли? Внимание, Лаймстоун, вы арестованы за редкое выкладывание роликов. Выходите с поднятыми руками, и никто не пострадает. Нас нашли! Turn down for what? Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Лаймстоун, и сегодня, в преддверии такого замечательного праздника, как Новый год, я хотел бы вас поздравить с ним. Да, в общем-то, это все, что я хотел сказать, да, у нас наступает Новый год, как вы знаете, я хочу вам пожелать много счастья, здоровья, любви, добра, всего самого наилучшего, ведите себя хорошо в Новом году, и пусть у вас исполнятся все ваши мечты, желания, пожелания, и вообще все самое лучшее будет у вас и еще раз у вас. Ну а мы начинаем обзор мода, и у нас сегодня достаточно интересный классный мод под названием Olympus Gears. И что же нам добавит этот мод? Он нам добавит два сундука, хотя нет, сундуки уже были в Майнкрафте, нет, он нам добавит достаточно много классных штук, они у меня вот здесь вот расположены. Мод достаточно интересный, вполне себе не читерный, и будем сейчас мы с вами рассматривать все его предметы. Итак, для начала посмотрим вот на эту туалетную бумажку. Я даже не знаю, что это вообще такое. Это какой-то древний пергамент, и он позволяет нам сделать вот что. Жмякаем правой кнопкой мыши по нему, и сразу получаем описание всех предметов из этого мода, ну а также различных их свойств. Сразу вам скажу, что скрафтить эту штуку вы никак не сможете, к сожалению. Возможно, в версии мода на Minecraft 1.7.10 она еще недоступна, такая возможность крафта этой штуковины, но надеюсь, что в скором времени она появится. Итак, жмякаем на нее и давайте посмотрим, например, оружие. Итак, какое оружие мы хотим посмотреть? Мы можем даже посмотреть броню. Вот давайте в броню и зайдем. И попробуем, ну на что жмякнуть. Давайте Cloud Leggings. То есть у нас облачные штанишки. Итак, облачные штанишки. Они способны сделать ваш бег более быстрым, а прыжки очень высокими. Да, это действительно так. Как вы видели, нам показывался их крафт. И, собственно говоря, описывались их свойства. Вот их крафт вы можете видеть здесь, а это то, как они будут выглядеть. Да, это облачные поножи. Я вам потом их покажу. Они выглядят действительно именно так. Это странно, но выглядит достаточно неплохо. Вы потом убедитесь в этом. Ну а теперь давайте приступим к предметам, которые у нас есть в сундучках. Здесь у нас есть три стафа, то бишь три посоха, которые могут сделать вашу жизнь намного-намного интереснее. Итак, давайте используем вид от третьего лица, и тут у нас Lightning Staff. Крафтится он следующим образом. Учтите, этот мод достаточно, ну, дорогой. Как я говорил, он не читерный, хоть и добавляет много классных вещей. Но дело в том, что вам придется собрать очень-очень много дорогих предметов, чтобы что-то скрафтить. Итак, для начала вам понадобятся Olympus Rocky, которые добываются вообще фиг знает где, ребят. Я лично не смог найти. Ну, возможно, если вы пороетесь вот здесь вот, то вы, в принципе, все найдете. И вам объяснят, как тут, что, где добывать блоки. Лично я заморочился и действительно перед обзором почитал этот таблет. Он называется Divine Tablet. Странно, но все-таки не смог ничего такого очень толкового найти, но думаю, что у вас получится, вы же у меня такие умные. Итак, берем Lightning Staff, опять-таки показываю вам крафт, Divine Rocky мы пока не знаем, где добыть. Fire Star у нас добывается вот таким вот образом, нам понадобится адская звезда и скрафтить Fire Essence. Она у нас делается вот таким вот образом, тут все понятно, обсидиан и всякие остальные штуковины. Ну и далее вот эта вот звезда нам понадобится, Movement Star, которая крафтится из двигательной эссенции, она у нас крафтится вот так вот. И что же нам позволит сделать этот посох? Жмякаем правой кнопкой мыши. И еще. 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 О боже, как же это круто! Молнии бьют повсюду. Красота. Просто красота. Обожаю этот посох. Можно с ним вот так вот летать, как настоящий бог. Как Аполлон. Разносить все. И куда молнии исчезли? Анимация пропадает. О, нормально. Блин, мне это очень нравится. Давайте я выйду отсюда, пока я не поджарился. И переходим к следующему стафу. Что нам попалось в руки? Это у нас Fire Staff. Кстати говоря, Fire Staff достаточно классная вещь. Кстати, я вам показывал, как крафтится вот эта штуковина. Она использовалась и в крафте предыдущей вещи. Да, вот так вот она крафтится. Очень дорого. Вы просто посмотрите. Опять же, адская звезда. Да что такое? Зачем? Зачем так дорого? Ну ладно.
И также понадобится Fire Star, вы уже знаете, как она крафтится, и Night Essence, для того, чтобы скрафтить нам Night Star. Night Essence крафтится вот таким вот образом. Обсидиан и все такое. Итак, далее понадобится нам вот эти Blood Bottle. Как нам сделать кровавую баночку? Давайте я вам покажу. Для этого нам надо сначала скрафтить обычную баночку. Обычная баночка у меня присутствует, вот она. Empty Blood Bottle. Крафтится она вот таким вот образом. Лучше говорить Bottle, а не Battle. Battle это битва, скорее всего. И нам понадобится какая-нибудь беззащитная тварь. Например, свинья. Мы подходим к ней. И надо выйти из креатива, потому что так-то работает не очень хорошо. Ну-ка, вернись. А, надо ударить. О, ударил. И получил с нее кровь. Замечательно. Теперь эту кровавую банку можно использовать в различных крафтах. Ну и поскольку я вам показал, как она добывается, теперь посмотрим, что делает Fire Staff. Итак, давайте отлетим чуть-чуть подальше от нашего места обзора и жмякнем правую кнопку мыши. И как вы видите, у нас над нашими головами появляется лава, а вокруг нас... Вокруг нас не появляется никого, потому что я поставил мирную, но теперь тут ифриты. И мы сделаем чуть больше ифритов и чуть больше лавы. Я боюсь, что у меня к концу обзора все будет лагать. Но так или иначе, да. Все выглядит достаточно круто. Ифритики. Я боюсь, если я выйду единственное из креатива, они меня начнут убивать, да? Начнете? Может не надо? Ах ты ж, боже мой, я так и знал. Я так и знал, что они недружелюбны. Я просто подумал, блин, ну нельзя же с помощью собственной палки спавнить тех, кто будет тебя убивать. Но нет, я оказался неправ. Ух, гадкие создания. Я вам, знаете, что за это сделаю? Получайте. А, ну да, конечно, молниями убить ифритов. Я бы еще на них лаву вылил. Вот это было бы вообще гениально с моей стороны. Ну, что ж поделать. Не удалось мне их наказать. Но теперь посмотрим майнинг став, который почему-то... Не понял. Он не крафтится? Лол, разве... Да, ребят, он не крафтится. Странно, я упустил этот момент, но он, правда, почему-то не крафтится. Но выглядит он вот так вот, и давайте попробуем с его с помощью что-нибудь вскопать. На самом деле, как он работает? Нам надо спуститься чуть ниже и теперь держать его просто в руках. Даже ничего не нажимать, ребят. Вы просто держите его в руках. Хоп, и все, и пропадает камень. То есть, понимаете, из вашего мира исчезает камень. То есть он исчезает совсем. Тот уровень, на котором вы стоите, там будет исчезать камень. Просто нафиг, оставляет только руды. О боже мой, ребят. Это странно. Это круто. Это офигительно. Блин, ребят, это очень офигительно. Мне кажется, такая штука подошла бы для создания каких-нибудь карт. Вы посмотрите, я даже вскопал под водой. Я просто под океаном сейчас могу начать копать. Я буду копать булыжник быстрее, чем... Ну, точнее, камень быстрее, чем вода будет падать. Смотрите, я крутой. Давай, вода, ты мешаешься. Ну, ладно. Фиг с ней, фиг с водой. Выбираемся. И на этом у нас посохи, конечно же, закончились. Боже, где мое место? Вот мое место. Выбрасываем все лишнее. И давайте теперь приступим к обзору далее. Смотрим, что у нас тут, а здесь у нас много классного оружия, ребят. Вот оно вам точно понравится, вы его наверняка полюбите. Итак, мы также возьмем одного нашего, так скажем, подопытного. Вот он, его зовут Алексей, и он сегодня у нас побудет подопытным. Алексей, как вы поживаете? Мне, в общем-то, и не важно ваше мнение. Сегодня вы у нас побудете, так сказать, мишенью. Во-первых, для меча смерти, который наносит 12 урона и крафтится... Жутко дорого, но, впрочем, я уже вам показывал, как крафтятся все эти вещи и эти эссенции. Хотя нет, эссенцию смерти я вам не показывал. Она крафтится вот таким вот образом. Очень дорого. Да, очень дорого. И давайте попробуем поатаковать нашего голема. Ну, урон идет, и опять-таки иссушение. Да, причем такое мощное иссушение. Мощно. Ну, я его даже убил случайно, ну и ладно. Идем дальше, следующий голем и следующий меч. Movement Sword. И он у нас крафтится, ну, эту звезду я вам уже показывал. Если мы будем им, атаковать, то, ну, будем просто потихоньку убивать голема. И, кстати, у некоторых мечей есть классная особенность. Давайте попробуем жмякнуть правой кнопкой мыши, держа меч смерти в руках. И он даст нам силу. О, да, ребят, вот это класс, вот это просто супер. По-моему, это замечательно. Так, ну а также давайте попробуем Movement Sword. Он нам дает скорость и прыгучесть. У-у-у! Голем, ты этого не ожидал, да? Да, он этого явно не ожидал. И он наносит замедление. Замедление — это класс. Ну а мы посмотрим Illness Sword. Он у нас крафтится из Illness Star. Illness — это болезнь, как я знаю. И вот так вот у нас все крафтится. Мертвый куст. Вам понадобятся ножницы, будьте к этому готовы. Итак, какой у нас идет эффект? Этот меч не дает эффектов, но зато он может
нападать нашему голему, добавив ему отравление и тошноты. Да, именно так. Ну-ка, давайте проверим еще раз. Да, именно отравление и тошнота. Причем отравление такое не слабое. Ну и, в общем-то, идем дальше. Так, тут у нас ночной меч. Ну, ночную звезду я вам... Да, эту звезду я вам показывал. Теперь шмякаем на правую кнопку мыши, ночное зрение. И урон со слепотой. Ну, кстати, вот этот меч вполне бы себе пригодился, знаете, для какого-нибудь мощного такого ПВП. Вы просто выходите на соперника и такой, на тебе, и все, он уже ничего не видит. Где он, кто он, и все, вы его забиваете. Теперь рассмотрим кровавый меч. Кровавый меч, кровавая эссенция, вы все увидели. А теперь железный голем, без лишних слов. Кровавый меч, восстановление. Получай, получай! Никаких эффектов, но зато восстановление. Восстановление само по себе достаточно здорово, опять-таки, в каком-нибудь ПВП. Вы этого не видели? Эта схема просто устанавливает день. Постоянно. Ну, вы ее уже помните. Кто смотрит мои обзоры, тот ее знает. Так, теперь ставим следующего голема и Fire Sword. Fire Sword, Fire Star. Fire Star я вам показывал, Fire Essence, все это было уже. Огнестойкость. Вот в аду это идеальный меч, да. Просто идете, все хвалите. Единственная проблема в том, то, что... Огонь! Огонь в аду будет неэффективен. Вот против остальных всяких тварей, которые, ну, подвержены воздействию огня, это достаточно здорово. А вот против свинозомби будет уже не так круто. Зато вы не сгорите в аду с этим мечом. Да, достаточно круто. Ну и последний меч в этом моде, это у нас Olympus Sword. Просто посмотрите на крафт. Внимательно, внимательно вглядитесь. Все мечи. Вот это вот... Странная фигня, Grand Olympus Rod, вот эта палка, которая крафтится жутко, жутко, жутко дорого. Раз, два, три, ну да, надо еще считать эти звезды адские. В общем, тут немереное количество адских звезд вам понадобится, даже считать не буду, это просто невообразимо жестоко для меня. Ну и 30 урона, у всех остальных было по 12, ну мы просто ставим этого голема и... Вот-вот, просто посмотрите, что мы с ним творим. Он ничего не видит, его тошнит, у него иссушение, отравление, он замедлен, ему, мне кажется, вообще просто хреново. Давайте его добьем. А еще мы можем сделать вот так, жмякаем на правую кнопку мыши. Ну, нам далось несколько эффектов, вы сами понимаете. Да, несколько. Такие себе эффектики. Нормально, нормально, в принципе. Ну, в общем-то, да. В принципе, этот мод, опять, так как я вам уже это говорил, я особо не буду повторяться, но скажу напоследок, что этот мод не читерный, потому что, ну, вы сами видите эти крафты, сколько вам надо убить иссушителей, о боже. Мне кажется, этот мод достоин войти даже в какие-нибудь классные сборки, такие как, например, Crazy Craft. Да, я считаю, что... Этот мод, в принципе, может там быть, это было бы достаточно круто и интересно. Ну а теперь мы посмотрим на сами звезды. Сами звезды тоже из себя представляют кое-что, они интересные. В принципе, у некоторых даже было бы использование, но почему-то нет. Вообще, по-моему, в поздней версии этого мода, не в той, которую я вам сейчас показываю, а в поздней, для версии 1.8, у этих звезд даже есть использование. Но, видимо, в этой версии решили так не делать. Да. Ох уж эти ранние версии. Также в ранней версии не работает вот эта вот фигня. Она называется Olympus Core и крафтится достаточно дорого. Тут вам понадобится Powered Block и Power Powder. Да, то есть мощный, ну как сказать, мощный порох, что-то в этом роде. Он у нас добывается только в одном месте, из вот этой вот огненной земли. Ну а где добывается сама земля, я, к сожалению, не знаю. Но вы можете попробовать поискать ее в аду. Лично я там ее не нашел, опять-таки... Во всем виновата, скорее всего, ранняя версия мода. Возможно, в версии 1.7.10 мод был немножечко недоработан, но мне кажется, уже на данном моменте... на данном моменте он крут. Да, я жду от вас лайка. И вообще, эта штука должна нас перемещать в другие миры, но она этого, к сожалению, не делает. Возможно, в версии мода 1.8 это реализовали. Ну, а теперь мы рассмотрим... Ну, эссенции вам не буду показывать, вы их уже видели. Теперь мы рассмотрим более интересные штуки, такие как вот эти Cloud Leggings. Вы просто посмотрите, как они выглядят. Я же вам говорил, они выглядят именно так, как на картинке. И мы с ними быстро бегаем. Очень быстро. Вообще жесть. Главное, в лаву не угодить. Ух, я флэш. Давай, погнали, погнали, погнали. Прыжок. Ох, это я зря сделал. Это я сделал зря. Живой. Слава богу, живой, ребят. На самом деле, вам наносится урон от падения в этих ботинках, так что вы не думайте, что все так просто. Вот давайте я вам сейчас покажу. Дайте мне, пожалуйста, броню какую-нибудь. Вот, давайте возьмем себе вот эту вот классную алмазную броню, немножко вот этого. Но, в принципе, я не должен выжить, хотя... Посмотрим. Давайте еще дадим себе несколько эффектов, чтобы выжить. Например, тут нет эффекта защиты, по-моему. Ну ладно, фиг с ним. Ох, я, скорее всего, помру. Да, помер.
эх, немножко не удалось выжить, но, в общем-то, вы поняли, что леггинсы, в принципе, неплохие, но, увы и ах, вы сможете их использовать только в очень-очень хорошей броне, которая зачарена, ну, очень круто от падения, то есть, реально здорово она должна быть зачарена от падения. Ну, а на этом, пожалуй, все, расстанемся с этими леггинсами. Они, пожалуй, нужны вам только, если вы реально вообще просто урона от падения не получаете тем или иным образом. Ну, а мы переходим дальше. Давайте их снимем, а то они меня пугают уже, что своим видом, что своими характеристиками. Рассмотрим Ice Boots. Вот это достаточно интересная, понятная всем вещь. Крафтится вот таким вот образом. Вы уже знаете, как все здесь крафтится. И эта штука была реализована во многих модах. Мы просто разливаем воду, ну и она сразу же превращается в лед. Давайте пока снимем их. Вода, лед. Ну, просто можем ходить по рекам. В принципе, нормально. Да, здорово. Одобряю сразу же. Ну и давайте-ка мы избавимся от них и посмотрим на следующие ботинки. Тут у нас Fire Boots, только перед этим разольем также немного лавы. Хотя лава-то как раз у нас есть, но мы сделаем еще немножко лавы. Делаем лаву, отходим чуть-чуть дальше, одеваем Fire Boots, который крафтится следующим образом. Вы опять-таки уже знаете, как там все крафтится, и подходим к лаве. Ну и, в общем-то, вы сами видите, что происходит. Часть лавы превращается в обсидиан, а часть в адские кирпичи. Ну а теперь мы подлетим вот к этой лаве и... о боже мой, что здесь происходит? Офигеть, ребят. Вот это уже... вот это уже неплохо так. Вообще, вот это уже чуть более читерно, потому что с одного источника лавы с помощью этих ботинок вы можете получить достаточно много себе обсидиана. Но крафтятся они, согласитесь, недешево. Опять-таки, баланс. Баланс в этом моде присутствует как-никак. Ну и также у нас есть Olympus Boots, которые делают все то же самое, что первые ботинки и вторые. То есть они... ну, эти ботинки превращают в лаву в обсидиан, а воду в лед. В общем-то, так они именно и работают. Круто, я просто упал с неба и вот что устроил. Круто, мне это очень нравится. Вау, вау, это шикарно. Так, ну что ж, снимаем их. И теперь у нас осталось последние две вещи в этом моде. В этом году это последний обзор от меня, ребят, поэтому... ух, ух, держитесь, держитесь, все, все у нас еще будет. Одеваем шлем. Нет, не одеваем, одеваем теперь шлем, и что же у нас он делает? Вообще ничего особенного, но если мы заглянем в описание этого шлема, так, находим оружие, теперь броню, и ищем шлем. Шлем, здесь написано, что он позволяет вам наполнить ваш желудок, и вы никогда не будете голодны. Крафт у него вот такой вот, вы сами можете здесь увидеть, ну я вам в принципе могу показать и в Not and Out Items, вот, собственно, крафт. И на нас напал дождь, но мы его быстро выключили. Достаточно такой полезный шлем, но он просто делает так, чтобы никогда не голодали. И, в принципе, у него защиты достаточно немало. Он мощнее алмазного шлема. Да, действительно, это так. Ну и одеваем еще последнюю вещь. Это Winged Tunic, то есть туника летающая. И крафтится она следующим образом. Дорого. Все крафтится дорого. Зато она позволяет вам летать, как в креативе. Взяли и полетели. Ребята... это шикардос. Просто шикарно. Давайте я залечу вот сюда. Вот сюда прыгну. Встану прямо здесь. И поблагодарю вас за просмотр. Спасибо. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что были со мной весь этот год. Ставьте лайки, зовите друзей и оставляйте комментарии. А также не забудьте подписаться на канал. С вами был Лаймстоун. У меня микрофон в глазу или что на этом шлеме. Всем удачи и пока-пока-пока. У-у-у.